Готовьте такие вкусные круассаны. Привет, друзья! Сегодня будем готовить блюда французской кухни. Я очень люблю французскую кухню, но не могу сказать, какое блюдо мне больше всего нравится. Сегодня одно из этих блюд – круассаны. Будем делать круассаны из домашнего слоено-дрожжевого теста. Сейчас приготовим тесто. В миску кладем дрожжи, добавляем молоко, горячую воду, соль, сахар, муку. Замешиваем тесто руками. В тесто добавляем сливочное масло комнатной температуры кусочками и вымешиваем. Убираем тесто на ночь в холодильник. На пергамент выкладываем масло, заворачиваем и раскатываем тонко. Ставим в морозилку. Тесто у нас поднялось, раскатываем его и кладем квадраты масла и заворачиваем несколько раз.
заворачиваем тесто в пергамент, убираем на час в холодильник. Час прошел, еще раз раскатываем тесто и складываем несколько слоев. Убираем еще на 1 час в холодильник. Вот посмотрите, как хорошо поднялось тесто. Оно стало очень воздушное. И видно слои. Раскатываем и делим его на треугольники. В треугольнике можно сразу класть какую-нибудь сладкую начинку, сгущенку или что, но я делаю без начинки. Скручиваем тесто рогаликом и оставляем под пленкой еще на 1 час. Тесто должно подняться в 2 раза. Прошел у меня еще 1 час. Посмотрите, как они поднялись. Очень пышные, воздушные, увеличились в объеме. Смазываем яйцом и убираем в духовку. Выпекаем 120 градусов 20 минут. Потом прошло у меня 40 температуру минут. До 180 круассаны и еще 20 из духовки. Минут. Какие они красивые, румяные, пышные. Ой, а аромат у меня стоит, как в лучшей французской кондитерской. Не хватает только чашечки кофе. Посмотрите, какой он воздушный. Слои у него. Тесто очень хрустящий. Замечательный круассан. Прелесть. Круассаны бывают сладкими и не сладкими. Вот я их переложила на тарелочку. Посмотрите, какие румяные, пышные, воздушные круассаны. Теперь сейчас польем их шоколадом. Поливаем шоколадом. Шоколад я растопила на водяной бане. Он у нас застынет. Можно делать их с начинкой. Запекать уже с начинкой. Со сгущенкой. Вовнутрь класть шоколад. Но просто начинка может вытекать из круассана. И поэтому я не стала делать с начинкой. Буду есть вот с таким шоколадом и сгущенкой. Кофе. Приготовьте такие вкусные круассаны, воздушные, пышные, хрустящие, с шоколадом и порадуйте своих близких, родных, ну и, конечно же, себя. Очень вкусно круассаны с вареной сгущенкой.
Ну, мы купили сегодня вот не вареную сгущенку, а сгущенку кофе. Наливаю вот, она как шоколад тоже, сгущенка. И хочу попробовать вкуснейший круассан. Мягкий, пышный. Так вкусно. Из покупного теста не такие круассаны. Я пробовала, делала. Шоколадной пастой Нутелла делала. Они не такие мягкие. А это настоящие французские круассаны. Правда. Конечно, не быстро готовить тесто. Я согласна. Но оно того стоит. Очень вкусно. Шоколад. Блюдо 5 с плюсом. Мне очень понравилось. Попробуйте и вы приготовить круассаны по такому рецепту и удивить своих родных и близких. А сегодня пока-пока.